Ну, вот теперь вы видите, что получали. Это я из старого восстановления на 1.9 сделал восстанавливалку на версию Android 2.0. Точнее, Cyanogen 7 версия 2.0 с Android. Сейчас увидим. Напоминаю, здесь высоту получаете автоматом. Включены русский и английский языки на клавиатуре. Настроены многие программы, кроме S2E, потому что она затрагивает карту памяти. Соответственно, если я ее настрою, у вас будут глюки. То есть ее вам надо будет настроить по другому мануалу самим. И напоминаю, вот эту длительную операцию, которую я делал, вам делать не нужно будет. Вам нужен будет только последний пункт, где вы видели восстанавливание из одного файла. То есть тупо запускаем Clock Mode Recovery, в нем выбираем Backup and Restore, пункт Restore, указываем файл, который вот вы скачаете для восстановления, и говорите ему восстановиться. То бишь, вайп после этого делать уже не нужно, потому что он за счет отсутствия вайпа восстановится с кучей программ, приложений и настройками. Все.